Хеллоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Redemption Reapers. Итак, у нас следующая глава, которая будет 18-я. Погнали сюжет. Глава 18. Знакомое лицо. Кого-то знакомого, что ли, встретим? Как обычно, прогрузы. Ну там не босс, там просто элитный будет. Блин, что тут делает чертовы морты? Так, стоп. Это что, Лортос? Да, и похоже, у него проблемы. Опять. Поможем ему. Защитите Лортоса, уничтожьте всех врагов. Что за Лортос, я уже не помню. Двадцать пятый левел. Помощник. Тут тоже элитный. Каратель. Так, блин, но мне надо часть сюда отправлять. Ну как часть? Лучница туда пойдет. А, мне здесь и не пройти, я понял. Надо в обход, да? Тогда окей, окей. До дальнего хер кто доходит. А он у нас копейщик. Собака, черт. И тут копейщик. Ну, из двух копейщиков дойдет только один. Нечем мне вначале его прессануть. Да, и вот если местами опять же их поменять бы, лучницу вперед бы поставил, она бы сейчас и вот этого выщелкала. А так чё? А так ничего. При собой. На месте стоишь. Так, иди подставляйся. Погоди, только вот под этого. А, отлично. Да. Ой, да пофиг. Я тут думал защиту сделать. Да мне кажется, я тут все равно затащу. Давай, отлагивай, господи. Так, ты у нас получаешь защиту, если рядом с тобой кто-то. Тау, защита. Сара. Ей не надо подставляться, это точно. Хоть она и уклониться может. Копейщика? Да, конечно же, копейщика. Но он ответку дал. Нормас. Как чела спасать? Чел стоять будет? Чел... Нет, он к нам... А, молодец, молодец. Беги, беги. А этот на месте придурь остался. Потому что надо было, блин, кого-нибудь еще подставить, да, чтобы он пошел. Для чего сейчас этого затыкают там? До копейщика, конечно же, никто не дойдет. Но у нас есть зоркость. До свидания. Ой-ой-ой. This should do it.
убивает. Хорошо. Конец. Ну пусть... Пусть Сара его выщелкает. Какая разница? Да господи, отлагает или нет? Игра гребаная. Все, брат, мы тут. Мы тут, брат. Ты еще тычку одну получишь, и это максимум. Больше тебя никто не тронет потом. Сейчас мы тебя, может быть, даже... А, их нельзя хилить. Вот, встал. Молодец. А, ну может еще от копейщика потом огребешь. Ну, ничего страшного. Зоркости нету. Так, тебя подставлять такое себе удовольствие. Не, под копейщика можно подставить. Ну, блин, он мне ответку не даст. Да, подставляем. Только вот куда встать? Вот сюда. Вот так. Просто защита. Все равно он издали будет бить. А ты можешь его лечить? А, у тебя ей не хватает, да? Да, только сейчас... Этого-то никто не будет бить, Урса. Он может опять вдарить по нашему товарищу. Ссаный копейщик. Тогда пошел... Ой. Пошел сюда. Защита. Ну а что делать? Пока ждать. У моря погоды... О, отлично. Два урона целых. Офигеть не стать. Два урона. Охреневший. Так, понеслась. Вот так подощёль. Вот так яростный рев. И бабахнул. Ништяк. Хорошо, бабахнул. Конец действия. Так. Лучница. Лучница. Или вот сюда. Давай сюда. Крысобой. О! Он взял и просто вынес. Тогда сюда. Зря, надо было вообще вот сюда. Ну ладно, уже чё, пофиг. Один хрен я их всех выношу. Укус бабочки со 100% уклонением. Конец действия. Так, а вот ты его можешь лечить? Нет. Ладно. Первобытная стрела. Отлично. Конец. И добиваем щенка. Только вот оттуда. Готово. Глен 23 взял. Конец действия. То был какой-то момент, да, что стало типа сложно, и враги как будто очень сильно били. Туда Сара пойдет.
А сейчас как будто наоборот, я слишком сильный для этих врагов. Как будто это у меня до хрена урона. Иди, подставляйся. Тут только один, наверное, побежит сейчас. Угу. Ну, если остальные побегут, то хорошо. Похоже, они не побегут. Не побегут. Значит, что, убиваем? Давай-ка, наверное... куда-нибудь сюда. Я не чекал, сколько они там ходят. Ну вот, отлично стал. Теперь надо, я не знаю, троих цеплять, да? Вот сюда нужно встать. А, еще и лучник стрельнет, подбежит. Да, еще подбежит, стрельнет лучник. Да и пофиг, да, наверное? Что такого-то? Этот не дострелит. Действие. Дух камня. Давай, мочи, дядь. Так, а вот остальными... остальными-то чё? Сзади стоять? Как-то резко я им пошел. Ну не-не-не, это мне сейчас может зоркость понадобиться. Так, конец. Просто вот этих-то я так или иначе сейчас, он их ответками перебьет. Ой, он взял и перекрыл тому. Значит, тот сейчас не побежит, скорее всего. А лучник побежит и стрельнет. Как они неграмотно играют. И лучник не побежал. Лучник-то что не побежал? Старый дневник. Не дострелит ли он там до тебя? Ну, ну нафиг. Так. Да ладно, она зоркостью не достреливает. Ну и ладно, хорошо. Тут что сейчас? Мы их убиваем? Двоих этих щенят. Через своих не бьется. Че, вихрем просто убить? Критуля! Так, вот теперь занять грамотную позицию. Этот так или иначе бежит. Вот чтобы вот этот не дошел, а вот тот и так доходит, но он тупит. И чтобы лучник подошел, и этот подошел, в общем, чтобы они все подошли. Просто на одну клеточку, да, вот сюда. Но можно сделать так, чтобы еще и вот этот дошел. И может те сагрились сверху.
То есть это надо вставать вот сюда. О, и как раз этот не доходит. Отличный вариант. Дух камня. Терпи, бро, терпи. Ты лучший. Так, тут что? О, пошел умирать. Фига, говорит, фигач. Давай тебя... Ой, а у тебя урона посильнее, да, говоришь? И лучник, один урон. Один урон? Капец. Мне их даже жалко. Так, ну вот. Как с ними будем расправляться? Тут скотина стоит, которая сейчас пойдет в бой. Но эта скотина обычная, 33 здоровья, да? Лучница, в принципе, его должна убивать. А остальные разделаются с этими. Да, да. Так, чем бы его убить-то? Обычным выстрелом? Или вихрем? Два раза вихрями. Блин, у нее еще композитный лук. А, не, все правильно. Не убьет. Там броня. А этими... Получается 9 и 9, да? 18. А этими двумя она убьет его как раз. Давай. Гаси! Гаси, козла, гаси! А, вообще 15. Ну, ништяк. Еще вихрь. Пока. Все, даже и тремя стрелами. Отлично. Так, тут еще куча говна идет. Сверху. Еще лучник. Как я их собрался убивать-то? Ну, сейчас Урс огребет, в общем. Ему просто надо вот тут вот махнуть своей этой. А, он не махнет. Стой пока на месте. Че по энергии? Мечника только раз сможет, да? Но ему надо убить. Здесь быстроты. И он лучника убивает. Солянова. Давай. Не думал даже, что ты, Глен, кого-то убивать будешь. Солянова. Так, дальше. Дальше мы щелкаем вот этого. Просто если одного в живых оставить... Он сейчас побежит. Куда-то побежит. Лучик нас сверху сможет обстреливать. Но надо сделать грамотно. Так, ладно, что тут? Грамотность так и прет. Вот этот... Почему не убирается красная вот эта вот хрень? Мне вот как, блин? Как вот мне смотреть сейчас? Этот не дойдет. Мне докуда практически не дойдет. Так, ну-ка. Не, давай сначала щелкани кого-нибудь. До любого. И... Я думаю, куда-нибудь, да, вот сюда. Конец действия. Можно было, кстати, настой выпить. Ну да ладно.
Уже поздно рыпаться. Под лучника не буду подставляться, останусь тут. Девять? Да, его убью сейчас нафиг. И тут 9. Они же больно бьют, блин. 2. Ай, не надо убивать. И тот еще. Вон тот, а тот не дойдет. Фух, выжил, вы посмотрите. Ха. Он просто, блин, бессмертный. Как бы тебе пробежать, чтобы ты вон того не вы... не это... Пьем настой. Один хп остался. Опять он не сможет махнуть. По всем. Но сможет встать вот тут. А тут? Нет. Сможет встать вот тут и присануть лучника, допустим, да? Ни ответки не будет. Но он вообще может убить кого-нибудь из этих. Ну, лучника. Прессовать над лучника. Окей. И сюда. Так, вы, ребята. Да куда лучница дойдет? У нее зоркость есть. Тут можно не париться. То есть... Вот этого надо... А, она его не убьет. Он элитный, блин. Тогда чё? Пошел, убил. И подошел. А, это копейщик был, черт. Я думал, это мечник. Я перепутал их. Пошел, убил. Ну да, сейчас вот этот хер кувалдой вдарит. Блин, не убил. И что, зоркостью пострел по лучнику стрелять? Бред. А выхода нету другого. А этот молотильщик сейчас на нее пойдет, а не на Урса. Да-да. 18. И тот лучник сейчас ее добивает. Но он не дошел. Чуть-чуть ему не хватило. Тут мне тоже повезло. Бесполезный хер бегает. Даже не дерется. Тут минус урон. Это плохо. Это очень плохо. Так. Так. Давай сюда. Хаси. 17. Нормуль. Конец. Там кто? Там не лучник. Так. Выпить настой. Крит 5 всего. Ну блин, слишком сильно урон понижает. Не убили, блин. Копейщик со стрелком никак не поможет. Сара уже походила. Ну блин, тоже один хп даст, ну да. А, подождите, можно, знаете как? Нет. Не сокрутить. Нужна быстроты, а не хватает.
ну тогда что мы делаем? Мы делаем... Ты первую помощь можешь оказать? Тоже нет. Тогда ты чё, просто подходишь, убиваешь, вот этого добиваешь. Все. А, подождите, так все вроде нормально, да? Не, все нормально. Мы встаем сюда. Убиваем стрелка. Мимо. Убили, блин. Ну надо было тебя сейчас промазать. Да хер ты не убьешь его. Конечно. Урса вообще никто бить не хочет. Че ты к ней жмешься? Че, пойдешь справишься с копейщиком? Дай туда кого-нибудь другого надо. Сам подойдет. Все, а мне есть чем заняться. Дам он еще кучу всего. Так, давай сюда дуй. Зоркость нету. Но. Все равно не добегаю. Но. Плевать я хотел. Вот плохо, что эти пошли. Как мне успеть все собрать? Когда они взяли и пошли. Пока. Так, вот тут Сара с лучницей, я думаю, вдвоем справятся внизу. До свидания. О, почти до свидания. До свидания. Че, главаря убью, все закончится? Или же нет? Там-то еще надо вон судук схватить успеть. Лучник сзади не идет. Я думаю, просто надо всех убить. А не главаря только. Копейщик пошел за тем сундуком. Ты давай, наверное, вот открывай линию. И вставай где-нибудь тут. Дойдет? Блин. Защиту не сделал. Тогда как поступить? Подойти тебе и сделать защиту. Два удара, и лучник будет стрелять. Давай. Или стойку стража. У тебя-то не так много защиты. Из атак избежать. Давай стойку стража. Рискнем. Мимо. Ой, отлично. Ну вот, то, чего и хотелось. И сейчас... Отлично, вообще шикарно. И сейчас Урс, в общем, их это... Раскрутит мальца. Сара пошла за сундуком. Конец. Ты. Ты пошел за тем. Конец. Урсятина. Яростный рев.
Давай. На. Ну да, доп. Удара нету. Но это как бы ничего страшного. Так, а он сейчас не дойдет ли вот до этого? Не убьет ли он его, Лортеса? Вот в данной позиции он не доходит, да? Но я бы хотел бы лучника убить. А отойду, он пойдет и его убьет, и надо будет заново начинать. Что тоже не есть приятно. Так. Ну им всем долго. Им всем долго идти. На максимум можно идти. Спокойно. И зоркость заодно будет. Я как могу сделать? Я могу вот сюда подойти, вот так. Стойкой мечника. Так, подождите, а мы этого не убьем сейчас? Быстротой. Убьем. Ну и все тогда. Тоже мне проблема. Не промахнись. Не промахнись! Отлично, убили. Так, вот теперь вопрос, да? Лучник пойдет ли туда? Ну давай, вот так. Не пойдет. Хорошо. Ой, ну вдарил. Ну вдарил. Все, хана, вдарил. Куда ты? Придурковатый. Бабки давай, бабки. Источник проворства. О, это, наверное, хорошо. Не, наверное, это точно хорошо. Так. Первобытной стрелой. Как раз убиваю. На. Хорошо. Отходи. Все у нас великолепно. Ты же убьешь его? Убьешь. Вот, там как раз лучник, да? Но я не хочу, чтобы страдал Глен. Глен пойдет сюда вот. За реликвией. Так, этот забрали. Ух ты ж. Новый топор на Урса. Лабрис. Вообще плевать. Вот он будет его сейчас херачить по 2 урона. А и мне как бы вообще по барабану. Я соберу все сундуки и только потом Урс его вынесет. Так, вы докуда у нас доходите? Так, у дикаря здоровье дохренища, да? Мы сейчас можем вынести этого. 14, слабо, не убьет же, не убьет. Во-во, этот тип доходит. Так, ну на следующий ход мы их убиваем все равно. Так, реликвию взяли. Настой выпили. Иди, иди. Так, давай даже защиту будешь делать. Все равно по 4 энергии восстанавливается. Во, а, он на него переметнулся. Подонок. Но это я сейчас отбегу. Как бы ничего страшного. До свидания. А дальше ты чё? Она же отсюда стрелять не будет. Зря я так сделал. Ну, даст он тычку, да? Ничего страшного в этом нету. Даст тычку и даст, чё такого? И что же на... О, вообще промазал. Конец. До свидания. Вот так. Идите, собирайте. Там куча барахла осталось. А? Красный камень для улучшения оружия. Кого будет стрелять?
Вурса. Ну и правильно, два урона. Целых два урона. Так, там еще один, да. Все, отходись, стой тут. Да тебе тоже незачем туда идти. Сейчас тут кто-то умирать будет. На. Я специально отойду. Чтобы он не двигался, стоял тут. Один урон вообще. О, пошел. Ты что, осмелел? Бац. Бац. До свидания. Так, все. Остается один лучник. Мы ренуем его пока. Ну вот, до пенсии убивать будет. Собираем тут реликвию и сундук. Да пофиг, даже защиту не буду делать. Что, получится на S пройти? Но вот если бы сейчас лучница дошла бы, да? Серебряный слиток. То минус ход бы был, а так плюс ход еще. Ай! Больно! Ты чё? Ты чё кусаешься, как комар? Кто так делает? Шамшир. Я даже не знаю, для Глена, что ли? Так, Урс. Давай-ка заканчивай. Все собрал? Все, ничего не осталось. Бывает и такое. Я уже думал, сейчас еще плюс ход будет. Триумф! Эску давай, эску! Я все собрал, всех убил. Никого не... Б вообще, да? Хуже типа некуда. Ну потому что я слишком боюсь, что кто-то вот сдохнет. Не рискую особо. Вы в порядке, Лортос? Да, благодаря вам. Похоже, мой долг перед вами растет безостановочно. Ага. А мы, ребята, не дешевые. В любом случае, рано или поздно, я отплачу вам с лихвой. Что вы здесь делаете? Капитан Роуэн сказал искать вас в деревне Джеза, если наши планы потерпят крах. К слову, а где капитан? А, понятно. К несчастью, у меня тоже дурные вести. Что такое? Армия Людена разбита. Армия Людена столкнулась с основными силами мортов на равнинах Низа. Мы превосходили их числом и верили в победу. Но нас погубило незнание врага, ибо способности мортов выходят за пределы разумного. Они не ведают страха, никогда не спят. Они только убивают без жалости и промедлений. Они воплощение ужаса. Днем и ночью они продолжали бессердечную резню, и вскоре солдаты стали просто дрожать от страха. Но даже тогда мы верили в успех стратегии, согласно которой наши бойцы вместе с ястребами должны были штурмовать командную базу. Но ночь перед проведением стратагемы морты проскользнули мимо патруля и ударили нас с флангов. Эта атака внесла сумятицу в наши ряды. И не успели мы перегруппироваться, как они напали в лоб. То, что произошло дальше, нельзя назвать сражением. Это была бойня. Кровавая бойня. Кто-то из солдат сдавался, прося о пощаде, но их мольбы не были услышаны. Морты равнодушно скашивали одного за другим, словно косари урожай. Косари урожай.
Армия Людена была уничтожена. Я собрал всех выживших, кого смог, и бежал сюда, в деревню, о которой говорил капитан Роуэн. Так вот, что произошло. Еще до того, как мы заняли форт, нам было суждено поражение. Нет, еще не все кончено. Мы еще не проиграли. Мы еще дышим, как и те, кто бежал из гнезда. Мы обязаны жизнью капитану, и должны выжить ради него. Я согласен, не время терять надежду. Мы выживем, с какими бы неудачами ни столкнулись. Я научился этому у капитана Роуэна и у вас. Скажите, вы слышали о форте Лорика? Что-то не припомню. Он служит базой для сил обороны. Так, бешеный тигр из Келедеции еще жив? Да, хотя его служба королевству Келедеция закончилась, когда он пал под натиском мортов. Генерал спасся и построил форт в заснеженных горах, где теперь сражается, защищая своих соотечественников. Ни капли не изменился. Ты знаком с генералом, Урс? Мы встречались на поле боя, и не раз. Но это было до того, как я вступил в бригаду. Я слышал, покровительство генерала распространяется не только на Каледициан, но и на всех пострадавших от мортов. Уверен, он с радостью примет вас и ваших людей. Форт Лорика, говорите. А что он за человек, этот генерал Леванте, а, Урс? Он бился честно даже в самых кровавых сражениях и всегда помогал нуждающимся. В таком случае отправимся в форт Лорика. Лортос, объявите своим. Прошу прощения, но я останусь тут. Что? Почему? Мы еще должны встретить отряд раненых солдат. Как отыщем их, вернемся в Люден за подкреплением. А я смотрю, кто-то вырос в уверенного лидера. Да, и все благодаря пепельным ястребам. Дороги к форту Лорика захвачены мортами. Пробиться туда еще и с беженцами будет непросто. Можно сесть на корабль в порту Анан и добраться до Каледеции морем. Отличная идея. Значит, решено. Отправляемся в порт Анан. Прощайте, друзья. Надеюсь, мы все еще восстанем из пепла. Берегите себя, Лортос. Ну вот. Так, подготовка, тренировка. Тут у нас немного. Но можно взять, допустим, ему. Левел 24. Всех обогнал по левелу. Еще плюс сила. Тебе не хватит. И ей не хватит. Так, окей. Навыки. Но тут особо, наверное, нечего. О, 5. Так, 5. Но вообще, вот усиление защиты классная тема. Если рядом союзник к урону. Мне кажется, ему важнее защита. Больше жить сможет. Только быстроты мне прям понравилось, но... А, 100 урона и 75, давай-ка. Давай. Нормальная тема. Не всегда получается ее использовать, но тема нормальная. Все, больше некому. Так, снаряжение. Я нашел какие-то... Лабрис. Отдаем Урсу. И нашел еще шамшир. Отдаем Глену. Надо сейчас все починить. Так, секира 9.
Шанс крита. Так, знаете, она намного лучше, чем вот эта широколезвенная, да? Намного. Но сколько ее стоит будет ремонтировать? Прочность 40. И меткости будет больше. И урона больше, даже если мы ее улучшим, мне кажется. Так, а что еще было? Тебе шамшир? Шашмир? Так. 6. Палаш можно продать тогда. Тут и крит повышает. Урона будет поменьше, чем у Клеймора, но пойдет. Значит, и палаш продать, и... Наверное, тяжелый топор я тоже продам. Но нахрен не вперся. Мало меткости, урона много, и ремонтировать дорого. На лабри составим. Ну, можно начать улучшать. Так, с этим порешали. Дальше. А, ну вот, улучшить, да? Берем лабрис сюда. Топоры. Вот. Один. Два. Три. Плюс два должен стать. Вот, станет плюс два. 9 урона, 65 меткости. То есть он, по идее, уже превзошел секиру. Да. Да. То есть если мы его улучшаем дальше, а чем? Топор. Он не улучшится. Но можно какие-нибудь копья сюда, да, запхать. Вот. Станет плюс 3, допустим. Ну, незачем, незачем спешить с этим. Так, улучшить, если нам улучшить... Так, а может тебе дальше кукри? Для коротких мечей. Один только. А у меня нечем, нечем, нечем. Копья. Копья один. Луки. Лук можно. Где-то есть со своим композитным... А, три максимум, все. А секиру можно дальше. Улучшим до максимума, а это нет. Вот так. Однако. Характеристику. Проворство. Скорость. Что дает кому скорость, да? У него вообще 5. Давайте, может, лугу. Этих скоростей до хрена. Лугу, ему все же надо как-то подбираться там с определенной стороны. Так, сейчас я неплохо так, наверное, бабусиков заработаю. Хотя не факт. Хотя факт. Торговец. Продать. Итого, что мы продаем? Палаш продаем. Теперь есть шамшир. Палаш не нужен. Дальше. Тяжелый топор не нужен. Продаем за 200. Лук-то оставим. Материалы. Вот еще бронзовый слиток и серебряный слиток. Хорошо. Теперь купить. Кстати, почем они? По 100 всего. Да не буду я эти улучшения покупать. Вот лучше что брать. Так, но мне надо ремонтироваться. Ловкость, скорость. Тут можно не ремонтировать пока. 57. Отремонтируем все тогда. И это. И Глефу. И топор.
Ему надо поменять, ему надо теперь лабрис одеть. А топор пусть будет. Лабрис, наверное, дороже будет ремонтироваться. 684 у меня осталось. Ну да, в итоге взял, бабки потратил. Так, подготовка снаряжения. Не-не-не, подожди, тебе надо ее снарядить. Как? Выбрать. Вот. Да это чтобы передать. Снаряжение, обмен. Лев использовать, все нашел. И критами больше бить будет. Прочности столько же, меткости больше. Радует. Так, ну и все, ребят, дальше мы рванем уже в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.